Нефть – ресурс, оказывающий фундаментальное влияние на мировую экономику. Ресурс, который необходимо эффективно добывать, подготавливать и реализовывать на рынке сырья. С этой задачей вот уже 25 лет справляется малая нефтяная компания «Алойл». Предприятие стало одним из первопроходцев на пути создания и развития малых нефтяных компаний в Республике Татарстан. Деятельность компании стала прямым отражением идеи, заложенной в 1997 году, о мерах по увеличению нефтедобычи в республике, реализовав поистине новаторский и смелый проект. Сегодня «Алойл» осуществляет свою деятельность в трех регионах Российской Федерации – Республике Татарстан, Оренбургской и Самарской областях. Осуществляется полный комплекс работ от бурения и ввода в эксплуатацию новых скважин до подготовки нефти первой группы качества и сдачи ее через собственный приемосдаточный пункт в систему магистральных нефтепроводов в АО «Транснефть Приволга». На долю Татарстана приходится большая часть добываемой нефти. Здесь ведется разработка Алексеевского нефтяного месторождения. Помимо Алексеевского, на балансе ЗАО «Алойл» числятся еще 5 месторождений – Албайское, Алданское, Павловское, Чеменское и Камчатское. Ведется их активная разработка. Специалисты компании стараются найти для каждого конкретного месторождения уникальное сочетание технологий, которое даст наилучший результат. Для достижения высоких текущих отборов нефти и более высокого коэффициента нефтеизвлечения при разработке Алексеевского месторождения было необходимо совершенствовать существующие методы повышения пластового давления. В основу такого метода легла нетрадиционная система поддержания пластового давления за счет закачки в пласт водогазовых смесей на основе перемешивания попутного нефтяного газа и сточных вод. На сегодняшний день нагнетание водогазовых смесей на Алексеевском месторождении осуществляется в приконтурной части залежей нагнетательными скважинами, под влиянием которых находятся реагирующие добывающие скважины. Внедрение технологии водогазового воздействия на пласт позволило снизить вязкость нефти, увеличив ее подвижность в пласте, минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, получить накопленную дополнительную добычу нефти. Формирование сплоченного коллектива с годами принесло компании дивиденды в виде профессиональных кадров, способных к решению самых сложных задач, обеспечивающих стабильное процветание компании. Спустя почти четвертьвековую историю в ЗАО «Алойл» трудятся более 180 человек. Это рабочие, являющиеся непосредственно первым звеном добычи нефти, созидающие инженеры и эффективные руководители. Прочным составляющим фундамента компании является наличие собственных установок подготовки нефти, приемосдаточного пункта и аккредитованной лаборатории, обеспечивающих подготовку нефти товарного качества и прямую сдачу нефти в систему магистральных трубопроводов. В последние годы в России окончательно закрепился тренд на цифровую трансформацию нефтегазовой отрасли. Именно поэтому наша компания наметила курс на изменение существующих производственных процессов и их трансформацию в цифровой формат. Объектом цифровизации становится существующая производственная цепочка системы ППД на одном из эксплуатируемых участков. Поэтапно реализуется стремление компании быть в авангарде отрасли. Ведется постоянный поиск новых технологий и оборудования, которые могут найти свое применение в рамках деятельности компании. Потенциал нефтяной отрасли огромен. Однако задача, стоящая сегодня перед нефтяниками, постоянно усложняется. Чтобы быть на шаг впереди и успевать за реалиями времени, необходимо постоянно совершенствоваться, добиться высоких результатов, энергоэффективного и ресурсосберегающего производства, возможно, с помощью инноваций. Поэтому немаловажным аспектом работы компании является большое внимание, уделяемое научной и исследовательской деятельности. Деятельность акционерного общества строго согласуется с требованиями природоохранного законодательства, позволяя минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. Компания активно ведет разработку небольших месторождений, при этом достаточно удаленных от основной системы нефтесбора. С целью утилизации попутного нефтяного газа введена в эксплуатацию газопоршневая электроустановка, позволяющая утилизировать добываемый попутный нефтяной газ, вырабатывая при этом электроэнергию, достаточную для обеспечения работы всего оборудования на месторождении. На основных участках деятельности эксплуатируются традиционные системы газосбора для последующей реализации попутного нефтяного газа на сторонних газоперерабатывающих предприятиях. Компания открыта к любым инновациям,
совершенствующим технологию добычи нефти, ее подготовки и транспортировки. Настроена на поиск инновационных и эффективных решений. В будущем на новых месторождениях возможен частичный или полный отказ от строительства капитальных производственных объектов в пользу мобильных решений, которые будут использоваться по необходимости, а затем транспортироваться и использоваться повторно на других объектах разработки. Цель компании «Алойл» в обозримом будущем – внедрять и развивать цифровые технологии, по-новому организовав добычу нефти с применением прогрессивных программных алгоритмов. История ЗАО «Алойл» – это история постоянного созидания, освоения и обустройства новых месторождений. История сплоченного коллектива профессионалов отрасли, способных сохранять компанию в авангарде нефтяной промышленности. –